Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Мы продолжаем наблюдать за нашей командой в игрушке «Грань здравомыслия». Надо продолжать, потому что их нельзя оставлять без внимания, а то чего-нибудь из них повылазит прям наружу. Пришла пора для разговоров. Пришла пора пообщаться, поговорить по душам, возможно. Итак, Джеки осмотреть не хочу, я хочу с ней просто поговорить. Скажите мне, что вы что-то нашли. Скажите, что мы можем восстановить справедливость и призвать призму к ответу. Да некого уже, наверное, призывать. Мне очень жаль, но я не нашел никаких реальных улик. Но мы знаем, где находятся все улики, так? Нужно вернуться в лабораторию. Джеки, там есть вещи, которые я не могу даже описать. Вся лаборатория кишит существами. Туда незачем возвращаться. Там живет лишь неминуемая смерть. Но мы должны что-то сделать. Невозможно просто взять и сдаться, когда мы так близко. Все эти смерти, все эти люди, пострадавшие из-за безрассудства призмы. Тебе дать топор и фонарь, а? Пойдешь, сама убедишься, что там творится. Послушайте, если шанс есть, я за них отомщу. Но придется сделать это по-моему. Если бы мы могли просто вернуться туда. Я же активистка, черт возьми, ненавижу сидеть сложа руки. А вы готовьте? Готовьте побольше? И улики никуда не денутся. Когда пыль уляжется, мы заберем их. Или кто-то другой, если все пойдет не так. Почитать запись или нет? У Джеки есть свирепость, которую сложно объяснить. Я знаю, что она заботится обо всем живом, но это место, оно выделяет самые худшие наши качества, усиливает наши одержимости. И все же, в то время как других тянет вниз, для нее это становится движущей силой. Все, призме конец. Один директор мертв, другой спятил. С наших плеч свалился огромный груз. Нечему так радоваться, Пол. Ты решил часть своих проблем, но создал кучу новых проблем для меня. Почему я не удивлен, что тебя в этой ситуации ничего особо не расстраивает? Слушай, буду с тобой честен. Призма — это просто еще один труп, и скоро на него слетятся всякие мусорщики. Другие корпорации захотят урвать себе кусок, но преимущество будет у военных и правительства. Так почему бы не помочь этим бедным компаниям и в процессе неплохо так подзаработать? Жадность диктует слишком. Я даже не знаю, зависит что-нибудь от ответов. Оно прям любопытно, что ты там написал. Пол еле держится. Он напускает на себя бравый вид, как и положено толковому корпоративному наемнику, которым он является. Но я вижу, как он понемногу рассыпается. Все, чему он научился в бочке с пираньями, теперь ему нечем и не может помочь. Оказывается, мутантам и монстрам плевать на деньги и бизнес-возможности. Так, Скотт почему-то не хочет разговаривать. Деревья рассказывают множество историй. Я предпочитаю слушать их, пока деревья еще живые. Другие же любят истории, начертанные символами на их бумажных останках. В некоторых содержится мудрость, а в других — история. И хотя каждая история по-своему цена, я никогда не пойму тех, кто не слушает то живое, что нас окружает. Но одна книга вашего писателя удивила меня. А просто кратко перескажите. Кратенько. Она была написана человеком с Род-Айленда. То, как он рассказывает истории, должно быть, он почувствовал касание зверя. Мне показалось, что ему снились те же сны, которыми зверь делится с нами. Он говорил о немирающих созданиях, дремлющих в бездонных глубинах и между звездами, ужасных о своей мощи, а таких же, как звери наших земель.
Вам нужно прислушаться к себе, чтобы понять, как ужасно уже успел зверь истерзать ваш дух. Если ты можешь найти признаки того, о чем говоришь, значит, уже слишком поздно. Фрэнки, как отдохнул? Все, через что мы прошли, заставляет задуматься, правда? Как принимаем решения, приводят нас в самые странные места, и иногда стоишь на распутье и выбираешь между двумя плохими тропами. И как только сделаешь первый шаг, назад пути нет. И ты размышляешь, сомневаешься в себе, ты любил когда-нибудь Картер. Ты сам немало сделал, Картер. Старина. Я и жаль, что не мог лучшего... И желать не мог лучшего советчика. Главное, не теряй бдительность. Здесь тварей больше, чем мы видели где-либо еще. В лучшем случае, штаб-квартира и служба безопасности продержались и сумели вызвать помощь. Ну, а если не срастется, что ж я скажу. Давай напьемся, потому что других идей у меня нет. Ну, подними за меня тост. Подними тост. Так, ножичек 10, 10 прям новенькие. 6 прочность. 6. 6. А ну-ка, давай смастерим. Ну, я сейчас никуда не пойду, я... Так, френул. Я всех расставил, да? Всех расставил мне. Я лягу спать. Я лягу спать. Отдыхать. Что-то в воде. Выливайте. Большая аптечка, дополнительные ячейки в выборе, пункт обработки камней, но в рецепт подозрительный кофе. Интересно. Интересно, 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 что же там у нас? Блин, у меня все еще плохо. Но я не могу спать и спать. Я сделаю себе подношение. А что за рецепт? Подозрительный кофе. Может, его нельзя пить? Это слишком подозрительно. Какие бы силы ни находились внутри камня Фурула, скорее всего, они не ожидали оказаться в горячем напитке. Выпив его, вы испытываете самые странные ощущения за всю свою жизнь, настолько сильные, что вряд ли когда-либо испытаете их снова. Вы ощущаете... Что? Как мне посмотреть, что я ощущаю? А? Как мне посмотреть? Что я ощущаю. Что полны энергии, но одновременно совершенно спокойны. Блин, я... Ладно. Может сделать? Посмотреть? Ну, стресс, наверное, снимает. Может быть. Не могу опустить почему-то, как? Как это сделать? Ладно. Не до камней сейчас. Итак. Давайте возвращаемся на места. Фрэнки. Ну, а я... Макс, давай-ка на разведку. Пойду в шахту. Может, будет коротенькое и несложное.
Слушай, ну опять что-то похожее на то, что было. Так, под ноги смотрим. Внимательно, личинка. Будь она неладна. Так. Пригнулись. Топор в руки. Где топор? Где топор? Блин. Вот так. Она сейчас будет мутировать. Топор. Сколько осталось? 4 прочности. Фрэнк. Да что за Фрэнка? Картер, запомни. 4 прочности. На 4 удара. 3 удара. На 3 удара. Пузырь. Пузырь здесь, блин. Ну как-то неудобно вообще. Блин, что-нибудь, что-нибудь. Порох. Давай-ка камни создадим. Никто прям не вещит. Ты смотри. А ну-ка, на свет. Иди сюда, выходи. Я на тебя лампу тратить не буду. Или буду. Большой-большой камень. Два удара. Все, давай ремонтировать. Иначе, зная себя, я точно что-нибудь сделаю не так. Камень прям больших. Сколько камней больших. Слушай, здесь снова сейчас начнется что-то. Нет? Нет. Вернуться в лагерь, лифт. Рем-набор, ну надо же. Ха, если б знал. Цель найти все. О, здесь меня еще не было. Новый предмет. Сон внутри сна. Собрать все странные записи. Да вы что? А ну-ка. Четвертое, да? Мы жаждем, чтобы нам поклонялись, чтобы нас боялись, потому что мы существа, хотите нам это дать. Вы жалки, плохо вооружены и спотыкаетесь перед лицом превосходящих вас сил, не понимая цены своих дерзких устремлений. Тысячелетия поражений, однако, преподнесли мне урок смирения. Теперь я понимаю, что, возможно, вы не заслужили быть просто использованными. Есть заслуга в том, чтобы стимулировать ваши качества, вести ваше существование к величию.
так, чтобы оно могло обогатить мое собственное величие. То, что мой противник воспримет как слабость, станет орудием его поражения. Так. Ну, сюда не пройти. Надо что-то будет там. Подожди, а что? Открыть ворота? Локации, что ли, больше стали? Или медленный, может, ты стал, Картер, а? Может, мы уже медленно бегаем с тобой? Еще металлолом. Что-то еще осталось найти. Что, нету нечем швырнуться? Совсем? Ну, блин, ну не бомбу же тратить. Дайте мне большой пистолет. Ну, что вы тут натворили? Что вы тут натворили, расскажите. Скотт собрал дополнительно. Скотт молодец. Водокачка повреждена. Ужасно. Усталость. Угу. Усталость. Ладно, тогда ты идешь, наверное, отдыхать, Пол. Что там? Подожди, сейчас посмотрим. Порох пока в сторону, бутылку в сторону, эти все штучки в сторону. Ремонтный набор. Наверное, со мной будет. Сигнальные шашки тоже. Подношение зверя тоже со мной. Канистру одну убрать, одну оставить. Ну и в принципе, что? Что-то много у меня всего. Аптечка мне нужна? Ну, вдруг может быть нужна, потому что я сейчас собираюсь... У меня дерево уже просто гора. У меня дерево гора, поэтому если это гора, давай что-нибудь городить. Давай что-нибудь городить более лучшее. Давай пищеблок улучшить. Водокачку улучшить. Ну и все. И все закончилось на этом. Пункт обработки лома. Так, работай, ладно. Сниму немного стресса. Мне бы на самом деле поспать. Мне бы на самом деле поспать. Давай-ка я посплю. Прям отлично. Так, Фрэнки возвращается сюда. Пол возвращается на свое место. По ресурсам у нас что? 4. Ничего не можем сделать. Может быть здесь. А здесь мы как раз можем улучшить. Новый рецепт — галлюциногенное снадобье. Улучшить. Давай. Чтобы уже по полной. Интересно посмотреть, что там за новый рецепт.
Где это галлюциногенная штука? Снадобье. Тоник. Что-то не вижу как-то. Не знаю даже. Ладно. Макс, давай-ка на разведку шахт. А мы пойдем решение Фрэнка, прошлое Скотта узнаем. Вот что мы узнаем. А, это водокачку восстановили, наверное, и новый рецепт был. Угу. Еще один сон. Я никогда не видел сны. Сколько себя помню. А теперь они кажутся более реалистичными, чем сама Аляска. С этим что-то не так, будто я тут лишний. Скотт? Может ли это быть его сном? Но как? Нет, это должен быть мой сон. Почему я был в этой колбе? Что он со мной делал? Почему я ничего этого не помню? Картер, да, ты как-то участвовал в эксперименте 357 или 57, я уж не помню. Стоп. Это обследование сотрудников призмы. Я сам согласился на это. Лабораторные исследования. За дополнительную плату? Да? Эх, это словосочетание. Дополнительная плата. Губит. Хотя они не предупреждали о провалах в памяти. А Скотт совсем слетел с катушек, так что я не рассчитываю получить от него ответы. Он всегда был таким? Или эти эксперименты свели его с ума? В любом случае, похоже, я влип. Однако я чувствую себя хорошо, даже лучше, чем когда-либо. Ты в идеальном состоянии, Картер. Он заплатил своим разумом, чтобы открыть проход. Но это того стоило. Работать нет, я вас изнурять не буду, и так у нас всего предостаточно, поэтому можете спокойно жить. Пока что. Шестеренок мало, ну ничего. Так, ты сюда? Фрэнк ранен. Фрэнк ранен, нужно шприц. Лютый коготь сделал с тушечью мясо, использовалось при приготовлении этого варева. Он обещал, что это снадобье заставит ваш разум открыться и освободит его от обузы. Может, это и стоит испытанных неудобств. А, ну то есть это снимет с меня полностью. Ну, за черту. Отведет, я так понимаю. Наверное. Но пока мне это не нужно. Пока мне это не нужно. Не будем пить вот это вот подозрительное зелье всякое. Не будем. Делаем то, что не подозрительное. Слушай, ну лекарственные травы закончились, я не знаю, что потом я буду делать. Надо куда-нибудь прям сходить, может быть, не в шахты, а куда-нибудь в другое место. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас я пойду посмотрю решение Фрэнка. На всякий случай осмотрюсь. Тыл, чтобы был у меня проверен. Спокойно.
Что за секретность, Фрэнк? Тебя перевели в одну из лабораторий Призмы. Судя по всему, ты вызвался добровольцем, чтобы участвовать в проводившемся там экспериментах. Я проболтал с Призмой достаточно долго, чтобы знать, тот, кто туда входит, уже не возвращается. Но я стою перед тобой, Фрэнк. Может, я не подошел им в качестве подопытного? Сынок, я боюсь, из тебя вышел идеальный подопытный. Ты в последнее время не чувствовал себя не в своей тарелке, а? Если не считать провалов в памяти, у тебя были тревожные сны? Ты произносил слова, которые тебе не принадлежали? Было дело, да. О чем ты говоришь? Да мы живем в ожившем кошмаре, у меня едва хватает времени на отдых, я даже не помню, что и кому говорил 5 часов назад. Я верчусь, как белка в колесе здесь. И все же ты понимаешь, о чем я на самом деле говорю. Те места, в которые ты ходишь, превращают людей в этих существ. Все умирают или сходят с ума. Но ты всегда возвращаешься целым и невредимым. Как ты это объяснишь, Картер, если это все еще ты? Ты себя вообще слышишь? Все это время я рисковал своей жизнью, чтобы вытащить всех нас отсюда. Я приносил вам все, что необходимо. Каждый день я убиваю этих тварей ради вас. Верно. Ты защищал нас от остальных монстров, а теперь я должен защитить всех нас от монстра, затесавшегося в наши ряды. Тебя. Ты что сделал? Это то, что ему дал этот. Прости, сынок. Ты был хорошим человеком, настоящим другом, но я сделал то, что было необходимо. Коготь ему дал эту порошок какой-то. Может, это как-то меня проявило, да? Что, я теперь такой буду ходить лохматый, страшный? Фрэнк, верни меня обратно! Ты что сделал? Не трогай его, да не трогай ты его! Тут ты, блин. Хитроумный до самого конца. Какая бессмысленная смерть. Ты сделал то, что было необходимо. Кто теперь будет на лесопилке работать у нас? Блин. Фрэнка нет. Что так смотришь, коготь? Я не виноват, я этого не хотел. Следы людей. Пойдем кого-нибудь найдем. Интересно, можно было бы что-то... Человек к Фрэнку подошел. Может, нам было... Может, как-то в другую сторону надо было идти. Ладно. Что уж говорить. Так произошло. Так произошло. Такой путь. Атас. Я не знаю, стоит ли... Подожди, это она... Это куда мы сейчас? Какой-то кабинетик. Все, Картер, я тебя больше никому подводить не буду.
Я не буду тебя больше никому подводить. Взял Фрэнка. Что, как мы объясним? Как мы объясним команде, что нету Фрэнка? Где топор ты дел? Куда ты дел топор? Почему он у тебя не в руке? Осторожней. Хотя топор тебе нельзя давать в руки. Где сигнальные шашки? Сигнальные шашки. Фрэнк, отойди отсюда. Топор должен быть всегда. Так, спокойно. Подожди. Пусто. Так. Через решетку что-то пролезло просто, прорвалось. О, меняемый человек, Линда, с отсутствующим или почти отсутствующим признаками мутации. Очень хорошо, прямо глоток свежего воздуха между животными и безмозглыми идиотами. Да. Ваша внешность опытного выживальщика и этот груз намекает, что вы, видимо, вылазки за припасами. Полагаю, вы хотите покинуть это интересное, но очень опасное место. Не возражайте, если я пойду с вами. Хотя у меня нет здесь лабораторного оборудования, вы сможете извлечь огромную выгоду из моих научных знаний. Меня зовут доктор Линда Миллер. Вы ученый? Идемте. Идемте, конечно. Расчетливый подход Линды ко всей нашей ситуации немного расстраивает, но лишняя пара рук и собранность, безусловно, очень к месту. Да, лишние руки нам не помешают. Фрэнка, ты нет, куда-то ушел. Фрэнк куда-то ушел. Искать хворост или еще что-нибудь. Я не знаю, что случилось там в шахте, но мы уходим. Здесь небезопасно. Так вы думаете, что возможность инцидента превосходит статическую вероятность саботажа, возникшего из-за общего упадка морального духа? Картер, это прелестно. Вы подчеркнули пару новых слов из наших бесед. И да, точно это базовая физика, или вернее, энтропия. Хватит. Грузовик уже был в состоянии, когда ремонт невозможен. Пусть вы и отремонтировали то, что не позволяло ему ехать, но у машины были куда более серьезные, глубокие проблемы. Ржавчина, обычный износ, низкие температуры, все это могло сильно повредить машину. Я думаю, нам повезло, что она вообще завелась. Я вообще-то не механик, так что, возможно, в наших словах есть смысл. Так, мы теперь болтать будем с вами постоянно, что ли? Давай я вас осмотрю. Тоже камни эти собирать Линда любит. Хорошо. Становимся пилить. И даже нет, улучшать. Улучшить. Улучшить. Но нет ресурсов. Так, ну я пока никуда вообще не пойду. Подожди. Главная лаборатория. Лаборатория Линды. Вот мы пойдем туда. В лабораторию Линды зайдем, посмотрим. Странно. Никогда еще не искал припасы в этом месте. Скорее всего, оно заброшено. Не знаю, не знаю. Снадобье нашли зато. Линда, что здесь происходит? Что именно я вижу? Это одно из тех мест, где я провожу свои полевые исследования. И сколько таких кошмарных мест всего?
Это секретная информация. К тому же нет смысла еще больше вас огорчать. Могу сказать лишь, что существует еще несколько в целях обеспечения безопасности. Удаленность и изолированность объекта снижает потенциальный ущерб в случае нестабильности или выхода из-под контроля. Вы... Призмы уже сталкивались с такими ситуациями? Мы должны определить свойства камня, оказываемое им воздействие на подопытных. Как его можно усилить или нивелировать? Это важнейшие фундаментальные прикладные научные исследования. Без этого никому никогда не определить потенциал камня. Кажется, потенциал и будущий день бедняк вас не сильно заботит. Прогресс требует сильных решений и жертв. Все наши подопытные это знали. Это были добровольцы, которые пошли на это во имя науки и за дополнительную оплату. Если мы хотим развиваться как вид, мы должны обладать абсолютным контролем над неизведанным. Линда, посмотрите вокруг. Неизведанное само уже обладает абсолютным контролем. И все это последнее воздействие этой штуки. Острый ум и безукоризненная целеустремленность, свободные от эмоциональных дилемм. Ты станешь достойным пополнением. Вы слышали это? Что это? Что воздействует на наши мозги? Надо уходить! Но мои исследования, мои подопытные, их больше нет. Эта лаборатория заброшена. Теперь это просто морг. Собирайте манатки, пошли. Ну? Нравственность — это ложь. Такс. Вот он, сигнальный пистолет Фурула. Я его могу сделать. Я его сделаю. Я его сделаю. В хранилище оставлю шашки. Снадобья. Блин, мне нужно поспать. Вор? Ну, проигнорируем, ладно. Блин. Заболели. Устали. Ладно, Макс. Давай в палатку. Только пришла, уже заболела. Ну, снадобье как раз есть. Лишнее. А что там за рецепт, интересно? Новый. Три рецепта осталось открыть. Это по полной. Это по полной. Нет древесины. Это по полной. Палатка нет. Блин. А где это найду? Интересно улучшить палатку. Ну, если интересно, тогда в строение призмы, я думаю, загляну. Ну и в главную лабораторию, может быть. Подожди, закрыть. А здесь, может быть, закрыть. А здесь. Ладно, пойдем. Thank you.
пробегусь, просто вот ткань хочу найти. Куда ты прям покатился, ты что? Хочу найти ткань. Ну, хочу. Давай какой-нибудь пистолетик пока поставим. Карта. Синяя карта доступа. Что это? Что это? Это снизу что-то. О. Мы можем туда просто упасть? Да? Осторожней. Может, не надо так? Может, и не надо. А может, и надо? Так, пятый. Металлолом. Ну блин, я шел в призму. А здесь металлолом. Две штуки. Тело висит какое-то. Топор. Как-то странно, они сосредоточили, что все ресурсы где-то в одном месте, что ли? Столько обошел, практически ничего не нашел. Просто разорвано. Ткань. Бабах, вот это я шандарахнул в бочку. Ничего себе. Она застряла у него прям. Вот это пистолет, вот это мощь. Только мне бы лекарственные травы на самом деле взять. Синяя карта. Я вообще ничего не могу взять. Абсолютно. Ладно, давай я отремонтирую. Пистолет, допустим. Давай, подожди, нет. Топливом заправим лампу. И два места как бы у нас есть. Сразу пистолет наготове. Фляга. Еще фляга. Но воды просто завались. Хотел... Подожди. Паек. Хотел ткань найти. Просто ткань. А больше некуда идти, только вниз. Хотя, может быть, это и не точно.
Будем прыгать туда, что делать? Будем прыгать. Будем прыгать, Фрэнки, давай. Ну, не прям уж так и страшно, Фрэнк. Не прям уж так уж и страшно. От чего можно избавиться? Давай бинт здесь оставим на некоторое время. Соберем вот это. Соберем вот это. Маленький камень, да? Маленькие камни вот сюда. Пошли. Это в шахту, что ли? Опа, личинка 4. Неожиданно они. Топор, все. Блин. Ладно. Ничего себе большая призма. Стой, стой, выберись. Паёк. Сигнальная шашка. Так, 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 сигнальная шашка где? Сигнальная шашка где? Два. Кто-то ползает. Что это? Что это? Какая большая территория. Возьми топор. Не хватало нам сейчас под самый конец. Топор возьми, его нет. Помереть. Медвежий капкан. Да нет. А зачем мне медвежий капкан? Так где здесь выход? На втором, по-моему, был. Я уже заблудился с вами. Раненые, больные. Бутылка алкоголя. Еды, воды просто дофига. Этих штук тоже много. Но палатку я не могу сделать, потому что нет ткани. Очень хочется где-нибудь ее найти. Ну, чтобы уже просто довести все до совершенства. Мы можем улучшить водокачку.
и еще второй раз ее потом улучшить. Все остальное уже, в принципе, на высоте. Так, 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 так. Шприц. Ну, тоник не могу сделать. Ладно, на этом я остановлюсь. В следующий раз, наверное, отправлюсь в главную лабораторию. Посмотрю, что там химичит. Ладно, спасибо, что смотрели, и пока-пока, до новых встреч, пока.